Всем добрый день, дорогие подписчики канала Ютуба «Немного практики». Сегодня мы с Александром Евгеньевичем и мною Михаилом Дмитрием Владимировичем покажем вам автодром, полный круг. То есть упражнение начинается у нас с эстакады. Заезжаем на эстакаду, берем небольшую траекторию. Все, подъезжаем к эстакаде, колеса должны быть ровно, руль тоже ровно. Вот, 4 колеса на эстакаду стало, все, стоим. Дальше ждем команды экзаменатора, допустим. Начинаем движение, Александр Евгеньевич. Подводим рабочий момент, газу и забираемся. Далее, все, Сань, подожди, сейчас заснимем. Далее, здесь есть ориентир, остановка перед стоп-линией. Как правильно, то есть останавливаться и проще. То есть локоть на панель ставим. Спускаемся ближе к этому столбу, и локоть у нас параллельно этому столбу. Все. И у нас бампер ровно перед линией. Все, дальше. У нас упражнение номер 2. Это параллельная парковка. Все, берем траекторию тоже. Аккуратно поворачиваем. И здесь самый главный момент тоже прижаться немножко вправо. Вот вправо прижимаемся примерно. Вот таким вот образом переезжаем контрольную линию разметки. Вот, хоть до забора можно ехать. Дальше. Возвращаемся задними колесами до этой желтой штрих-пунктирной линии. Все, мы доехали. Дальше руль выкручиваем вправо, так как у нас параллельная парковка справа. Сейчас наша задача вот эти три конуса, которые в правом зеркале, увидеть их в левом зеркале. Едем назад, раз конус, два конус, три конус. Все, три конуса видим, теперь колеса нужно выровнять, то есть полтора оборота обратно. Теперь один из самых важных моментов, заднее левое колесо нужно ровно четко на линию поставить. Вот, смотрите, все, колесо у нас на линии заднее, лево. И теперь нужно параллельно припарковаться этой белой линии, то есть руль выкручиваем влево. Все, параллель у нас есть. Дальше колеса выпрямляем и контрольный 5 сантиметров назад. Все, отлично, упражнение выполнено. Передача снята, значит, упражнение зафиксировали. Дальше выезжаем. Упражнение у нас 2 поворота под 90. За эти две линии тоже выезжать нельзя у нас. Все, у нас тут очередь прошла. Все, у нас упражнение 2 поворота по 90. Далее здесь параллельно парковки выезжаем, зеркало доводим вот до этого конуса, закручиваем. Все, здесь параллельно этой белой линии выравниваемся. Далее задача наша. Здесь ползем, скорость контролируем, зеркало доводим вот до этой линии. Все, закручиваем. Далее у нас здесь второй угол. Здесь как фара наша доезжает, все, начинаем крутить влево. Вот фар доехал, закрутили влево, зеркало тоже доехало и закручиваем. Но контролируем также зеркало, чтобы наша задняя ось не заехала. Дальше у нас упражнение разворот в ограниченном пространстве. Но пока у нас тут пробочка, поставим паузу. Вот у нас упражнение разворот в ограниченном пространстве. Здесь желтая линия есть, но она нам не обязательна, так как она предназначена для маленьких машин, такие как ГЕЦ. Здесь заезжаем и в любом месте начинаем уже вращать руль. Так, чтобы у нас бампер не пересек переднюю сплошную линию разметки. Вот как раз мы не пересекли. Все. Дальше. Задняя передача, руль вправо до конца. То есть делается в три этапа. Влево закручиваем, останавливаемся, вправо крутим, задний ход. Здесь доезжаем зеркалом до этого конуса, останавливаемся. Дальше. Первая передача, руль влево и выезжаем. Все, у нас осталось упражнение заезд в гараж, но у нас тут небольшая очередь, поэтому жмем опять паузу. Все, у нас упражнение гараж освободилось. Все, дальше продолжаем. Здесь тоже берем небольшую траекторию, чтобы под прямым углом нам не заезжать в него. Здесь доезжаем зеркалом правым до среднего конуса и закручиваем смело вправо.
Все, здесь двигаемся параллельно этой белой полосе. Ни больше, ни меньше. Ни влево, ни вправо. Доезжаем здесь до второй линии. То есть до второй стенки гаража. Вот как раз доехало у нас зеркало. Все, дальше выкручиваем руль вправо. И смотрим левое зеркало, ищем закругление как раз этой второй стены. От чего, то есть, мы будем работать. Вот, закругление у нас найдено. Все. Теперь задняя передача. Бокс у нас с левой стороны находится, так что выкручиваем руль влево. Все, работаем левым зеркалом. Если мы чувствуем, что прижимаемся, убавляем. Угу, все, у нас задняя часть автомобиля заезжает потихонечку в бокс. Все, у нас задняя часть заехала, а по правому начинаем уже равняться. Все, хорошо. Теперь колеса выравниваем и заезжаем. Здесь новый ориентир у нас, так как у нас зима впереди. То есть, примерно рулем, либо зеркалом доезжаем вот до этих вот трех конусов параллельной парковки. Вот как раз и у нас впереди бампер заехал за желтую линию. Все, дальше выезжаем. Плечо доводим вот до этих трех конусов. И начинаем закручивать вправо. И едем вон на тот светофор. Все, все упражнения выполнены. Надеюсь, вам помогут для сдачи ГИБДД. Вот. Ну, хочу сразу же предупредить, что эстакаду и ступлини делаем под команды. Все остальные упражнения делаются без команды. Общее время дается на автодром 10 минут. Все, всем приятного просмотра.